ничего плохого, да, негативного, либо опасного. Видели, захотелось обнять. Знаешь, что вишня передается воздушно-капельно? Но он передается через кровь, половым путем и через грудное молоко. Я считаю, что этот эксперимент довольно-таки удался. Я ожидал, что будут намного больше обнимать меня, когда я буду с обычной табличкой, что мне грустно. И думал, что с табличкой я ВИЧ-позитивен. Вряд ли кто-то подойдет ко мне, может, как-то призливо будут относиться. Ну, может, там от силы пару человек, или так, чисто из жалости. А я не ожидал, что будет так много людей подходить, поддерживать меня, сочувствовать, сопереживать.